Привет, ребята! Сегодня я буду снимать Майнкрафт со своим другом, своим братом двоюродным Димой Мальченко. Ты где? Ты где вообще? Да вот, продолжаю игру. Ну что ж, ребят, мы сегодня будем выживать на острове. Где? Вот он я. Вот мы, короче, играем. Играем, да, вот мы, короче. Смотрите мой канал и серого. Вот он, плавает в водичке. А я... Какой дикарь. Блин, какой-то дикий. Ну, как-то, да, дебил. А вместе с козлой боится обожди? Нет. Так, где я надо? Да давай, а я... Ну, какой-то... Господи. Да будет это дерево, которое я ничего не поставил. Давай. А кто-то давай сюда. А кто-то тут еще дерево вообще-то. Ай-яй-яй-яй. Короче, ребят, мы сейчас добываем деревья, чтобы сделать себе ресурсы там разные. Нам надо кирка, чтобы сделать печку. Что там еще? Верстак, чтобы... Верстак сейчас будет. Верстак серый сейчас красит. Я... Вон, еще дерево, я пойду еще дороплю. Тут, кстати, их куча. А мы пока что тут добываем древесинку. Так. Теперь топор нужно. Ну да, топор и кирка. И кирка. Топор, кирка, и две. И два топора? Да, давай, два топора. Иди сюда ко мне. Сейчас. Я тут дровишки. Сюда. Дорубываю. Сюда. В пещере, короче, иди. Сейчас, да, до пещеры. Не пьем. Все, я уже, я вот он. Ну, ты даже плыву у тебя. Ой, логи, 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 логи. Ой. Шо, я потом уже. Шо? Где ты сейчас? А, ты в пещерке? Ладно, сюда скидываю вещи. А где ты? А вот. В пещерке. О, кстати, ты вот, что-то нашел? На. Давай. Скидываю раз. Топор. Скидываю два. Что где? Кирка. И мы сейчас серым будем добивать, короче, камень. Кстати, топор уже использованный, можно так сказать. И кирка тоже сейчас будет использована. Камень надо. Может, и дом сделаем. Ну, давай дом сделаем, а. Прикольно будет. Только мы будем как-то блуждаться. Нам надо, кстати, еще стенку, чтобы пещерку заделать. А чё, кстати, можно взять доски и понаставлять тут. Ну так я сейчас спрашиваю. Смотри. Вот тут... Дверь еще можно. Вот тут взять и так все позакрывать. Да, я что так что тоже думаю. И дверь поставить, и тут, в принципе, шахта будет. Да, и шахта, вещи. Ну нам еще факелы, надо больше. Ну сейчас я пойду посажу. О, уголь и железо. Где? Вот, возле меня, иди сюда. Где уголь и железо? Вот, железо я сам добуду. Нет, для железа нам каменная нужна, не надо. Не вот надо у меня четыре, у меня четыре камня. Дай мне, скинь мне. У меня уже пять. Надо. Мне камни скинь. Булыжник. Не копай железо. Все, я пока что покопаю. В смысле, вот опять я плаваю? Почему? Господи, что такое? Угля уже у нас три. У меня, кстати, у меня три угля. Но пока что уголь подобываю вместе с тем. Кстати, новое видео. Это сейчас новое видео я вылажу. И вы не забывайте подписываться на канал и жмякать на колокольчик. Подписывайтесь на канал Серого. Потому что он старается для вас делать обзоры на разные там... Вообще-то я не делаю обзоры. А что ты делаешь? Что я делаю? Давайте подскажем мне, что я делаю? Блин. Кто я? Снимаю видео? Блядь. Я уже говорю, как он. Не потери. Да не волнуйся уже не в первую. Что серый, я тут залезу угля нашел. А твоя мама потому что будет смотреть. Да, она может посмотреть. Да. Так. Не ссы в трусы. А мы не ссы в трусы. Ну не мы, а ты.
Бразы. Ты не сы, трусы. Бразы. Так. Мы еще завтракаем, да? Чё, привет. Кстати, нам еще нужен мини-огород. Все, теперь берёте. Кому 21 уголь? Кому 21 уголь? Кому 21 уголь? Кому 21 уголь? Что, только два железа было? Похоже, да. Все равно. Ну, все равно. Что, камень надо, чтобы заделать стенку? Давай заделаем стенку. Скинь мне угля. Немножко. Все. Все, мне скинь. Добре. Как ты скажешь. Так. Скинул? Да. Скинулась. У меня уже кирка была, все сломается. Да? Да. Могу себе свою взять. Я буду. Давай, ты копай, копай, копай. О, снова уголь. Ты добудешь, да? Если там снова залеза... Опа, залеза. Что делать? Срин. Да ладно, открыть. Вот это дойди. Сорян. Серый, бля. А чё? Это урон. Опыт, опыт. За угля опыт, кстати, наносится. Тот, какой наносится, дается. Тот, кто смотрит первый раз мои ролики, то советую вам посмотреть мои все ролики. Чё? Что это только что было? Если вы впервые смотрите мои ролики, советую посмотреть мои ролики. Ролики. Ролики-шмотики. Опа, тут залеза, тут залеза. Кстати, у меня что-то угол не берется и подбавляет мой майн. Вместе с ним. Тут 4 угля осталось добыть, но у меня его 11. 11. Шахта нужна. Теперь я сейчас найду железо. Не, мне шахта нужна. Мне шахта. У меня сейчас кирка сломается. А, ты их шахту ищешь? Да, я под низ копаю. Чтоб шахты нам нужны. От себя не копай, лесенкой можно. Ну, так вот, лесенкой. Отойди. Блин. Отойди, мешаешь. Чё, чё ты сделал? Ты что делаешь? Вот эту лестницу за... Можешь возродиться и идти обратно в пещеру, я твои вещи тут не поднимаю. Ну, можешь забрать, если да что. Нет. Так, ловушка для таких вещей. Что для меня? Я думаю, ты скупался, да. Я еще тут комнатки блин, сделаю. Блин, туда факел поставила. Да, там никнейм серый. О, кстати, мои вещи. Серый, тут у тебя кое-что застряло. Ну, не волнуйся. Ты подбери мою кирку или. Нафига, ты сам подбирай. Нафига мне тут шмот. Да господи, когда тут алмазы будут? У меня уже кирка желтая. Чё? Я ты лестницу забыла прокопать, и все, я просто тебе сообщить хотел. Там уже стак у меня этих. Кого, булыжников? Да. Так, стенку можно сделать. Да не, нафига стенку изготовить. Еще надо дверь скрафтить. Как дверь крафтить? Да нет, Петя. Так, а нахуй? Только, блин, вещи тут всякие. А вот тебе новую деревянную кирку скинуть. Наблюдатель? Это наблюдатель? Где? Вот из чего делать раздайчик. Вот с чего наблюдать. Печка, в принципе, можно ее скрафтить, но... Только двери я не знаю, как крафтить. Я уже докопался до бесполезного кузнища. Нигде не вижу ничего. Даже пещеры нет. А ты дверь можешь сделать, а? Уголь сверху. Кирку как крафтить? Кирку как крафтить? Берешь палки, камень. А я не... Пещеру нашел. А где мне палки взять? Как? Пещера прям сверху была. Как? Дерево добудь. И у меня есть дерево. У меня уже... уже 36 дерева. Ну так бери.
или еще своих вещей. Что они тебе, правда, дадут, я не понимаю. Ну давай. Все, я докопался до пещеры. И в пещере. И в пещере много угля, но. Нет, что, ничего нету? Дебилы, короче. Железо есть. Только одно железо видно. И может тебе одно. Сундук скрафтить, а? Мне нужны палки. А я не знаю, где палки взять. Кустиков тут нету, нифига. Так какой, бери дерево. У меня уже есть 36 досок. Ну так, бери доски. Заходи в этот, в крафты. В этот, в верстак. Захожу, и что? Заходи в верстак. Вот палки. Крафтишь. Понял. И теперь Кирочка. Кирочка, моя милочка. Господи. Ну, а тут надо. Ну, крафт я знаю. Ну, факел надо испытать. А, палок нет, не палок вообще нов. Так, что, сейчас оттуда... Каменная кирка у меня есть. Еще каменная кирка. У меня 3 каменных кирки. Они мои. Мне тоже кирка надо, я сейчас... Я тебе сейчас дам, я чуть под... Не надо, я сейчас сам. Да держи ты. Я захожу. Мне еще нужны палки. Тебе... Что ты не можешь кровать? А, ты что, наш пистакет на них кирка. Давай, давай, неси, неси. Где вот ты? Я. Вот я сверху. Блин, тупой. Бзен, вот он, твоя кирка. Давай. Ты взял? На тебе старую. Ты чё мне старую этой? Тупой. Что-то мне старую он мне отдал. А, ладно, в уголь бы накопаю. А тебе угли, то есть тебе надо? Ой, нашел выход на лужу. Так, тут еще ниже. Да было. Дом кратер. Дальше снизу дом прям кратер. Я бы прыгнул на слишком высоко. Разобьюсь. Серый какую-то лесенку? А, это выход. Наружу. Я еще тут не докопал. Еще угля. Еще железо. Ну и все, в принципе, тут рудник воды, который я сейчас возьму и... Не попадает патрон. И перекрыл. Это не патрон. Патрон. Это от вот этой, от телефона. Нет. Не отдал. Блин, нажимайся. Так, и... Я поднимаюсь наверх. На наружу. Опять, о, у меня есть. Сколько? 31. Нормально. Да, где ты? На переплавку железа, думаю, достаточно. Где-то твой клад. Дим. Где ты? Какой самый? Серый, где ты? Серый! Да поднимайся. А, я понял, где это. Что ты закрыл? Я? Да, ты камень закрыл. Я ничего тебе не закрывал, ты что? Кукуха? А, тьфу, я не туда попался. Ну вот именно. Вот уголь. Поднимайся наверх. Блин, тупая, блин, лестница. Почему эти лестницы? Думали на... Держи. Держи свой уголь. Сейчас достаточно? Что-то меня не поднялось. Браза, прости. У меня просто Майнкрафт лаганул. Кстати, тут... Кстати, тут можно воду добыть. В воде. Угля? Нету. А ты посмотри в инвентаре. Молодец, протекал. А я подобрал. Ну,
Аня, уголь 49. Нормально. 31. Сколько у тебя было? 10. А, 42, 48 ты мне дал. Ну, так вот именно. Теперь надо сундук скрафтить. Сундук. 22 древесины. Хватит? Сундук. На. Вот почему у тебя я есть. Держи. Что ты без вещей? У меня кирок куча и все. Блять, скрафт тебе. Что тебе, блядь? Реально, чем мне там кирки надо? Так. Берем стакан воды. Потом сотни букашек и сотни рябинашек. Вот и плавишь готов. Просто пальчик обложишь. Берем сначала доду, потом кошачью жопу. О, древесинки. Кстати, у меня рука, кстати, мощнее стала. Вот видишь, как я быстро ломаю дерево. Что ты как всегда? Не, у меня рука мощная. Так. Все, это все дерево. Я пойду серый счет. Ты же видишь мой ник? Да, нет. Ну, короче, ты по факелам вернешься. Или вижу ты. Нет. Слишком много для меня. И кровать, кстати, нам нужна. О, кстати, найди меня. Кстати, сейчас да. Я сижу на шифту, поэтому ты меня не найдешь. Никак не будет. Ищи меня. Я сейчас. Подожди, это сейчас не будет читаться, если ты меня увидишь. Что-то ник отключаешь? Не отключаю, как бы. А ты поделись со мной железом. Хорошо, все, одним железом. Я нашел тоже железо. Так что ты мне должен. Чё ты? Стоп! Я же испугался тебя, думал, что ты моб. Эй, подожди. Я перекрафчу дерево. Все, ты меня не видишь. Стой в этом. В 48 дерева. Не смотри, куда я прячусь. Я и так не смотрю. Ой, господи, что такое? Что вопрос? Сережа! Так. У меня 62 дерева. Так что... Давай, коннисива, блядь. Ищи сейчас меня. Сейчас. Поломанные кирки положу, я эту кирку положу. На всякий случай, у меня топор. Я ищу тебя. Если путь потеряешь, я не виноват. Бреч, тудук. Ну, пойди только туда. Где ты? Так, друзья, после пряток этих я заканчиваю видео, у меня 5%. Ну и найди. Угу. Тебе что, реально так удобно? Да, реально так удобно. Железо? А не рукой! Иди меня ищи! Галька! Возьму! Алло! А папе? Да. Поделись со мной, слышишь? Ну дай мне. Уже сейчас играть не буду. Сейчас я скину. Все. Сейчас я тебе... У тебя только одна кирка была. Я хотел себе тоже железо.
Все, на, я тебе скину вещи. На, железо бери. Тоже. Бери, все, я тебе даю железо. Железо тоже. Удачи. Всем пока. Пока-пока. Ты уже сейчас вышел? Я уже сейчас на зарядку иду. Ну, Серега покинул, короче, у нас игру. А мы продолжаем играть с вами в Майнкоин. Надо как-то спаунпоинт поставить. Не, вот сеть была разорвлена, так что... Теперь у меня что-то телефон начал подлагивать. Ну, а так у меня сейчас все нормально. Ребятки, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, писать моих любимых комментариев. Всем удачи и всем пока!